скоро трех революций. А стало ли время четвертой? Да! Да! Да или нет? Да! Да или нет? Да! Нас пугает словом революция. По зомбоящику не показывает больше ничего, кроме ужасов революции. Матросы бегут по улицам, горят автомобили. Но все это не так. Мы знаем, какой революции мы хотим. Давайте расскажем им о нашей мирной революции. Что означает наша мирная революция? Очень простую вещь. Власть народу. Мы хотим, чтобы правые и левые, красные и зеленые, получили столько голосов, сколько они завоевали. Столько голосов, сколько им дали люди. А не столько голосов, сколько им решили оставить жулики и воры в избирательной комиссии. Кто боится нашей мирной революции? Нашей мирной революции боится тот парень, который отказался от российского гражданства, присосался к российской нефти и живет в Швейцарии. Нашей мирной революции боятся те ребята, которые строят для «Газпрома» в трубы в 7 раз дороже. Нашей революции боится вороватая тетка, которая сделала своего сына миллиардером. И с помощью какой-то красной реченьки пробралась в Москву. Наши революции боятся ханы на Северном Кавказе, которые окружили себя какими-то басмачами, то ли милиция, то ли бандиты. Да, они боятся нас. И они правильно делают. Они должны бояться нас. Потому что да, мы устроим эту мирную революцию. Да или нет? Да! Стоит ли им нас бояться? Да! Нам нужен голос города Питера. По очень простой причине. Я стою на этой площади, я вижу много тысяч свидетелей. Потому что можно ездить по ушам бюджетникам в городе Москве. Но вы-то знаете, что это варьё с 91-го года во власти. Потому что вас они грабят с 91-го года. Эти борцы с проклятыми 90-ми, что они делали здесь, в проклятые 90-е? Воровали! Они боролись за восстановление Советского Союза? Нет! Они боролись против развала армии? Нет! Против войны в Чечне? Нет! Против гражданской войны? Нет! Нет! Они торговали здесь ценными металлами. Они приторговывали медицинским оборудованием. Они присосались к теплой власти. Они уже в 96-м году фальсифицировали за тогдашнюю партию жуликов и воров «Наш дом России». Вы знаете, вы свидетели, так расскажите всей остальной стране, кто эти люди. Я у вас услышал здесь сегодня кричалку. Жулики и воры, 5 минут на сборы.